Привет. Это герань в горшках. Виноград. Ну да. Есть уже почки, он распускается. Так. Это что, хоста выходит, да? А? Хоста. Посадили мы это, как называется, елочку эту. Так, а это что вот это? Гордыня. Гордыня? А вот тюльпаны какие, интересные. Вот такие вот тюльпаны. Он какой интересный. Вот. Обзор тюльпанчиков, желтый, красный. А где-то были махровые, а вот он один вышел. Вот такой резной. Красивый, да? Ну ты ж не сажал, это я приносил? Да. Да, вот он вышел. Вон какой цвет. Розовый. Не розовый такой, чуть. Вот тоже чуть-чуть махровый. Чуть-чуть. Этот, но этот вообще красивый. Белый. Тюльпанчики. Ё-моё. Так, здесь что? Это что такое? Виола, что ли, да? Виола? Примула. А, примула. Вот тюльпанони. Это год этот, первый или второй год, какой они, луковицы мы посадили. Он красивый, мне так нравится цвет, а внутри прям фиолетовый. А это мушмула пошла, вот она. Вот, вот, три штучки. Это с косточки. Косточки сажали. Крупная-крупная мушмула. Вот я не знаю. Одну оставим, больше не надо, куда остальное девать. Одно деревце будет, хватит. Так, а это что? Олеандр тут сунули зачем-то. Зачем он здесь нужен? Он посадил, Наташа. Эти как их. Агавы принесла. Вон они маленькие пойдут. Так, это что, я не помню. А это что мы сажали? А? Гранат. А, гранат. Ё-моё. Вот он гранат пошел, листики маленькие. А, это сейчас с работы, да, взял. С работы принес. Вот он. Принялся нормально. Гранат зацветет, вообще красота будет. Как гранат цветет, это вообще. Вот это показать надо будет. Ну что еще у тебя тут? Это как называется, ты мне скажи. Османтус. 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 Ну вот так вот, не очень много. Но тюльпаны не все еще распустились. Ну, мне на красивые, конечно. Вот лавровишня уже цветет, да, цветает кое-где даже. На работе вот у Наташи. Я не знаю, как снять ее, когда пойти. На даче тоже, наверное, уже цветет. Пока не собираемся на. Покажись хоть. Покажись, как ты ходишь в огороде. А это что ты принесла? А? Тут ступить уже не знаешь куда. Какие-то вон выходят разные растения. Я не знаю, все. Азалия где? Вот азалия, да? Да. Тоже принялась он. А? Вон большой. Где? Да, больше. Ну, тюльпаны, конечно. Вообще. Где большой куст? Вон, вот да. Это? Да. Вот еще азалия. А это что? Это хеби. Хеби? Хеби какая-то. Ну, вот так вот. Вот такой обзорчик.
тюльпанов. Вон туда выше почистить надо немножко, расширить. Вот это убрать кучу надо будет туда дальше. И тогда ты там еще можешь сажать. Тебе мало уже места. Горшки. Уже все в горшках тут. Что-то пальмы болеют, да? Желтеют. Ё-моё. Вот уже все зеленое. Деревья. А это что, вот это у нас это рядом? Это черешня? Вон, вот сосед. Не, вон, отцвела уже. Цветет еще, но листья. Кто цветет? Да не цвела она. Да нет, вон. Это черешня.